написано в Торе. Адам ки ямут беоэль. Человек, если он умрет в шатре. И приводит Талмуд. Написано так у пророка Хескеля. Мои святые барашки, вы называетесь человек, а я всесильный ваш. И вы называетесь человек. В Киеве начался процесс. Обвиняли одного тихого еврея, Менделя Бейлиса, в том, что он в ритуальных целях убил мальчика Андрюшу Лещинского, и чтобы использовать его кровь в маце. И весь мир взбудоражило эти черносотенцы, хотели обвинить еврея в том, что он использует кровь христианских младенцев в своей маце. А защиту выстал и Короленко, и все просвещенные люди. И защитником на этом суде был раввин Москвы рав Мазе. И написал ему письмо рав Мейер из Люблина. Вы неправильно понимаете эту строку. Вы называетесь человек. Они хотели сказать, они евреи, не считаются людьми, можно их убивать в ритуальных целях. И тогда объяснил рав Мейер из Люблина. Вы называетесь человек. Господин прокурор, если бы обвинили какого-то русского человека в Сибири, что он убил кого-то, а вы понимаете, что это ложь, что бы вы сделали? Вы бы послали телеграмму, я не согласен, прокурор такой-то. А мы, весь еврейский народ, как один человек. Никто не спит. Все волнуются за судьбу этого тихого еврея из Киева. Нет. Мы все один организм. Вы называетесь человек.